такой большой. Тагиру Максумсянову всего 2 годика. Сегодня его окружает куча мягких игрушек и уют родного дома. По-последнему малыш особенно скучает. Последние 4 месяца он практически живет в больнице. Летом у малыша обнаружили лейкоз. Отдых на море с детьми разделил жизнь этой семьи на до и после. Положили экстренно в ДРКБ, где нам начали оказывать курсы химиотерапии. Клетки организма не поддаются лечению должным образом. У нас никак не наступает ремиссия. Лечение не помогает, а после химиотерапии у мальчика страшная аллергия. У него появлялся отек, краснота, он начал задыхаться. Химия, естественно, останавливается, восстановительный процесс. У него также было отказывал печени, тоже блока с химией останавливали. Помочь мальчику может только пересадка костного мозга. Донор найден, это его старшая сестра Зарина. Чтобы сделать операцию бесплатно в России, нужно дождаться очереди, а у маленького Тагира нет на это времени. Помочь готова клиника Израиля, но не бесплатно. Их услуги стоят 21 миллион рублей, 12 из которых Максумсянову уже собрали. Общими силами родители Тагира надеются добрать нужную сумму. Помочь в этом может каждый, все реквизиты сейчас на экране. Кроме того, можно отправить сообщение со словом «шанс», далее пробел и сумма пожертвований на номер 7715. Динара Камалова, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань.